Привет, Фред. Два твоих любимых вокалиста поют вместе с 1.52. Спасибо, значит, посмотрим. Кстати, да, как уровень чуваков, которые тум-дум-дум-дум-дум-дум-дум, такую дресню не могут нормально сыграть. То есть все просто разваливается в кал. Я все не понимаю, как может быть настолько низкий уровень. Ну, настолько. В одном из неснятых фильмов Федерико Феллини на тоненькой льдине в бокале мартини Вот это только сзади прикольно. То есть это как бы, ну, абдир с этого, с рейками по мечте. Но прикольно. Героиня, да, героиня. Если бы не эти жуткие этот говнище, то сам все музыка как бы более-менее. Просто левосы, ребята. Просто левосы. Поэтому, конечно, их на выброс обоих. Но, говорю, сзади сам по себе подклад. То есть это как бы прикольно. Ты во всем такой профессионист или только в гитаре и сценической речи? Какой профессионист? Ты что? То есть это просто ниже планки какой-то нормальной. То есть есть, допустим, какие-нибудь буллеты, да? Которые играют с косячками, там, хоть как. Да, вокал тоже там много порит, но все-таки, ну, не такое, что просто абсолютная инвалидность. Абсолютная. Поэтому это просто ниже всех планок вообще. Играл в Секиры, конечно, да, проходил. То есть я же фанат Миядзаки, поэтому такую штуку я пропустить не мог.